продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. Столбик термометра в Туве накануне опустился до отметки минус 36 в ожоговом отделении. В больнице Тувы уже есть первые пациенты. Как сообщают врачи, трое поступивших были с сильными обморожениями. Двое пострадали в результате алкогольного опьянения. Одного пациента привезли с Чабанской стоянки с Пихемского района. Как показывает статистика, в год в ожоговое отделение республиканской больницы с обморожениями поступает от 50 до 60 человек, среди которых бывают и несовершеннолетние. Резкое похолодание прогнозировалось, но в целом пик еще не наступил. В списке риска в сильные морозы находятся и водители, направляющиеся в дальний путь. Пассажирам и водителям, следующим в удаленные населенные пункты, рекомендуем иметь с собой горячее питье, быть тепло одетыми, всегда оповещать своих родных перед выездом. Обязательно наличие сотовой связи. И, конечно, противопоказано находиться при морозах в алкогольном опьянении. Сообщение о сильных морозах власти и службы региона восприняли как сигнал к повышенной готовности, так и в республике работают пункты обогрева. Муниципалитетам Минтопэнерго поручено держать ситуацию на контроле едва ли не в ежечасном режиме. По данным Тувинского гидрометеоцентра, до конца недели ожидается температура днем от минуса 23 до минуса 28 градусов, ночью от минуса 38 до минуса 43 градусов ниже нуля. На Кызылской ТЭЦ начала работать горячая линия по вопросам теплоснабжения, по которой жители Кызыла могут получить профессиональную консультацию от энергетиков в режиме онлайн. Центр учета работал и ранее, но сейчас вся система автоматизирована, фиксируется каждый звонок. Позвоните в новый колл-центр можно в рабочее время по номеру 918-00. Как сообщает заместитель генерального директора по сбыту энергии Кызылской ТЭЦ Андрей Паначев, это не просто банк данных, но и информационная платформа, на которой отображаются все сведения о ходе работы с обращениями. Так оператор увидит результаты проверок и решения поступившего вопроса и сообщит об этом при личном обращении потребителя. Тува готовится принять эстафету огня Всемирной зимней универсиады. Напомним, всемирное студенческо-молодежные спортивные соревнования впервые пройдут в России со 2 по 12 марта 2019 года в городе Красноярске. Международный этап эстафеты огня Всемирной зимней универсиады стартовал в Турине 20 сентября, Международный день студенческого спорта. 29 сентября в Москве начался российский этап. Огонь студенческих игр побывает в 18 регионах России. Его пронесут по улицам и площадям 30 городов страны. В Туве же состоится один из этапов эстафеты, который позволит приобщиться к одному из самых ярких событий – к празднику спорта. Праздник будет состоять из трех частей. Это церемония встречи огня, непосредственно сама эстафета по улицам и площадям города и церемония зажжения городской чаши огня зимней универсиады 2019 с концертной программой. Первым пунктом эстафеты станет Национальный музей. Далее факелоносцы будут держать путь по улицам Ленина, Красных партизан, Щетинкина, Кравченко и снова по улице Ленина до площади Арата, где состоится церемония зажжения городской чаши. Общая протяженность пути составит 3460 метров. Высокая честь стать факелоносцем выпала активистам, студентам, волонтерам молодежного движения, выдающимся спортсменам, руководителям организации республики. Сегодня в Кызыле прошла военизированная эстафета среди старшеклассников столицы. Участники соревнования состязались в испытаниях на ловкость и смекалку. Эстафета посвящена Дню защиты Отечества. Стоит отметить, что особое место в соревнованиях заняли силовые упражнения. Ребята показали разные результаты, но, как говорит Дмитрий Чередниченко, председатель метода объединения учителей ОБЖ столицы, будущим призывникам есть над чем еще поработать. Качество пока страдает. То есть немного они скоростью заменяют качество. Хотелось бы, чтобы немножко получше это было, что работали именно над отжиманием. С прессом более-менее нормально, вот с отжиманиями пока у нас тяжело. Вот. Ну а для службы в армии, конечно, силовые упражнения, они крайне необходимы. Поэтому... Но у них еще все впереди, еще год учебы. Всего в военизированной эстафете приняли 84 старшеклассника, это 12 команд. Между тем, самым физически подготовленным оказалась команда из 16-го лицея города Кызыла, на втором месте ребята из 12-й школы. Ну а на третьем почетном месте оказались 10-классники из 5-й гимназии города Кызыла.
Между тем, в Кызыле идут мероприятия, приуроченные к предстоящему Дню Героев России. Сама дата – 9 декабря. Рассказать о том, как служат стране герои современности, изъявили желание многие организации. Безусловно, это силовые структуры. Так, сотрудники СОБР и ОМОН «Росгвардия» общались с учащимися 7 и 8 классов первой школы. Дети интересовались видами испытаний на сдаче крапового берета, качествами настоящего снайпера, подробностями службы на Кавказе. Сотрудники давали ценные советы о том, как нужно учиться и куда поступать, чтобы быть всегда на страже мира и безопасности граждан. Были и подкованные ребята, которые детально расспрашивали о видах используемых гранат, стрелкового вооружения, вплоть до новых модификаций автоматов и пулеметов. Ну а девочкам более по душе пришлись элементы приемов самообороны. В конце встречи все могли примерить экипировку бойцов Росгвардии. Не 1000, не 100, не 10, а всего один. Подключи интернет за 1 рубль. Подробности на сайте www.tuva.ru и по телефону 37070. Открытие первого дисконт-центра Family в Кызыле. 15 декабря ждем вас за модными покупками. Первым 15 покупателям по ящику мандаринов. Family, универмаг Саяны. Акция от ТСИ. Заплати вперед и получи Wi-Fi модем бесплатно. Подробнее об акции можно узнать в офисах продаж услуг АО «Тыва Связинформ» или в представительствах компании в Кажунах Республики Тыва. Кызыл, встречай! Гиббоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Кто ищет мебель, тот ее находит в магазине «Мебельный рай». Эксклюзивный дизайн, европейское качество, большой выбор современных и классических вариантов, а также готовые интерьерные решения. Все от кухни до гостиной. «Мебельный рай», магистральная 26, торговый центр «Арбан». Подключите услугу высокоскоростного, безлимитного интернета и IPTV и получите приставку и роутер бесплатно. Подробнее об акции на сайте www.tuva.ru и по телефону 37070. Пятигорск Хорайдан Ангелина фабрика Зананегне улуп шубалар тылгагызы 1000 рубльдан өрү үзүктөп төлөйөр. Рассрочка 5000 ажык шубалар жылга декабрь 11-ден 16-га чейин сум цоколду кат. Телефонный аппарат бесплатно. Общайтесь без ограничений. Подключите телефонную связь и получите аппарат бесплатно. Принять участие в акции могут только действующие и новые абоненты сети интернет от АО «Тыва Связинформ». ТСИ 37070 www.tuva.ru. Кызыл, не упусти качественные куртки по оптовым ценам от производителей на ярмарке «Ермак» с 23 ноября по 9 декабря. Аюн Курсэди 96. Сотрудники госавтоинспекции Тувы задержали водителя, скрывшегося с места автоаварии. Так, 1 декабря около 5 часов утра в дежурную часть управления МВД по Кызылу поступило сообщение о том, что на первом километре автодороги Кызыл-Эрзын произошло опрокидывание автомобиля. Сотрудники госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21144 за превышение скоростного режима не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате автоаварии в приемный покой республиканской больницы был доставлен пассажир 1990 года рождения. В нарушение правил дорожного движения водитель, причастный к автоаварии, скрылся с места ДТП. А в результате разыскных мероприятий сотрудники госавтоинспекции задержали и доставили в дежурную часть полиции мужчину 1979 года рождения. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении. Накануне в селе Тели прошла киновстреча по историческому фильму «60 беглецов» Алдан Тургун. Фильм снят в 1992 году в Свердловской киностудии. Перед показом фильма сотрудники Национального музея Тувы рассказали об историческом национально-освободительском движении, вошедшем в историю как восстание 60 богатырей, и показали предметы из музея, которыми пытали тех, кто принял участие в восстании. Также показали выставку и презентацию маршрута автопробега из Тувы в Монголию по памятным местам, связанным
связанных с восстанием. Также библиотекари краеведческого отдела Центральной библиотеки района организовали фотовыставку съемки фильма «60 богатырей», провели тест о знании восстания 60 богатырей для зрителей. Были выставлены работы учеников детской художественной школы имени Хыртека Тойбуха на тему 60 богатырей. Киновстречу посетили около 300 сельчан разных возрастов. Такие встречи по историческому фильму пройдут и во всех районах Тувы. Пятигорская фабрика «Ангелина Сэм» в Кызыле. Успей купить шикарную шубу по самой низкой цене от производителя. Роскошные меха от «Ангелины Сэм» сделают ваш стиль совершенным. Норка, песец, мутон и различные комбинации. Здесь каждая найдет то, что подчеркнет ее статус и изысканный вкус. «Ангелина Сэм» – это низкая цена и высокое качество, и роскошь, доступная каждому. Действует гибкая система скидок. Акции рассрочка 00-24. Для оформления потребуется только паспорт. Меха от фабрики «Ангелина Сэм» – это роскошь, доступная каждой. Забирай свою шубку уже сейчас, оплати потом. Сейчас у нас действует акция при покупке норковой шубы, путевка в Пятигорский санаторий в подарок. Выставка продажи меховых изделий от пятигорской фабрики «Ангелина Сэм» ждет вас. Город Кызыл, улица Тувинских добровольцев, 22, торговый центр ЦУМ, с 11 по 16 декабря включительно. Чего хочет каждая женщина? Быть красивой, модной и роскошно одетой. За окном морозная зима, тогда спешите на знаменитую кировскую выставку «Продажу меховых изделий. Знатные меха», где вы точно сможете утолить свою жажду моды. Да-да, вы не ослышались. Известная и зарекомендовавшая себя ярмарка меха по многочисленным просьбам жителей и гостей города продолжает свою работу в Кызыле до конца декабря. Торговый дом «Меридиан». Поэтому, если вы мечтаете о недорогой стильной шубке из натурального качественного меха, вам точно сюда. Ведь цены здесь начинаются, внимание, от 19 тысяч рублей. Тысячи моделей норковых и мутоновых шуб, включая самые трендовые новинки. А шикарные головные уборы впечатлят даже самых искушенных покупателей. Разнообразной цветовой палитры и широким размерным рядом. От 38 до 70 размера. Что уж говорить, знатные меха знают, чем порадовать. Кстати, совершить покупку на ярмарке «Знатные меха» также по-прежнему просто и легко. Если необходимой суммы наличными нет при себе, вы всегда можете оплатить покупку картой, оформить кредит на оптимальных условиях. Шикарно? Конечно, да. Быть стильной теперь просто. Выставка меховых изделий «Знатные меха» располагается улица Ленина, дом 50, торговый дом «Меридиан». Ежедневно с 10 утра и до 19 вечера. Дорогие друзья, я, актриса Галина Данилова, поздравляю всех слушателей и всех сотрудников и работников радиостанции «Голос Азии» с ее юбилеем. Я желаю процветания этой радиостанции. Я желаю прекрасных, чудесных, добрых, светлых новостей. А слушателям желаю найти и услышать на этой волне то, что им хочется, то, что им нравится. Я хочу пожелать всем здоровья и счастья. Всего доброго. Здравствуйте, я Георгий Дронов. От всей души поздравляю радиостанцию «Голос Азии» с прекрасным днем рождения. 10 лет. Это уже практически юбилей. Ну, это, конечно, еще недостойный возраст, но все равно гордиться уже есть чем. Огромное вам спасибо за то, что вы делаете великое дело, поднимая на своей радиостанции и своей радиостанции национальный вопрос, историю национального вопроса и культуру Тувинского края, язык, тувинский язык, обычаи, обряды. Вы делаете очень большое дело. Рассказывайте историю своего народа со своих волн. И пускай волны вашей радиостанции всегда будут легки, ярки и доступны до самых дальних уголков вашей прекрасной родины. С днем рождения! Голос Азии! Ladies and gentlemen, Paris people, я Пьер Нарсис. Поздравляю вас, Голос Азии, чтобы побольше у вас были слушатели, хорошую музыку. И, конечно, чтобы все ваши сотрудники были всегда здоровыми. Да. Желаю
праздником. Радиостанции «Голос Азии» 10 лет. От всей души я хотел бы поздравить всех сотрудников этого радио с первым большим юбилеем в их жизни. И пожелать дальнейших успехов, развития, чтобы они, как и раньше, продолжали радовать нас всех хорошими песнями и радостными голосами. С днем рождения, ваш Олег Сарыглар. Дорогие мои любимые «Голос Азия», я вас поздравляю с 10-летним юбилеем. Всегда оставайтесь на позитиве, серфите по волнам радио. Мы вас очень-очень любим. Ваша Сайлы Комун. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России, от Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные» – получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. По республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12, температура воздуха ночью -30, -35, местами от -40 до -45. В Кызыле переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой снег, ветер западный 2-7 метров в секунду, температура воздуха ночью -31, -33, днем 22-24 градуса ниже 0. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. Отличные наличные, ну очень маленькая переплата по займам.